преддверии Международного дня защиты детей учебно-тренировочный центр Росгвардии посетили 16-летний Максим и 8-летняя Александра. Ребята давно мечтали побывать там, где тренируются сотрудники Росгвардии, и понаблюдать за работой спецназа. Я сегодня нахожусь на учебной базе спецназа. Мне давно было интересно попробовать оказаться на месте одного из спецназовцев и пройти учебную полосу или отработать некоторые элементы. В кинологическом городке сотрудник ОМОН продемонстрировал, как служебная собака выполняет команды и преодолевает полосу препятствий. Школьники узнали, как кинологи готовят своих четвероногих напарников к обследованию взрывоопасных предметов. Стоять! Голос! Затем юные рязанцы познакомились с высотной подготовкой сотрудников Росгвардии. Под руководством высотников ОМОНа с соблюдением всех мер безопасности ребята спустились по веревке с высотного здания. Следующим этапом стало прохождение отдельных элементов огненно-штурмовой полосы. Я сегодня отработал спуск с высотного здания, прошел полосу препятствий и отработал сборку-разборку пистолета. В завершении юных гостей познакомились с вооружением спецназа Росгвардии. В помещении тира школьники потренировались в сборке и разборке пистолета. Олеся Котровская, телекомпания «Город».